Мирный объединил молодежь республики. Там прошел республиканский цех молодежи. В этнографическом комплексе «Земля Аланхо» собрались 34 команды, представляющие районы и общественные организации. Молодежный городок посетил глава Якутии. Он поздравил участников с национальным праздником. Активисты общественного движения выразили благодарность Егору Борисову за внимание и поддержку молодежных инициатив, поделились опытом молодежной политики в своих районах. Также участники цеха внесли ряд предложений по решению проблем. Егор Борисов отметил, что молодежь – это главная движущая сила настоящего и будущего республики, поэтому руководство всегда будет поддерживать молодежное движение. Также на цехе прошли творческие конкурсы оформления тюсюлгей, исполнителей хамуса, гитарных песен, молодых кузнецов, поэтический конкурс, спортивные состязания, конкурс «Молодая семья». По итогам победила команда Мегина Кангалатского района, им достался главный приз – машина «УАЗ». Напомним, что в этом году республиканский молодежный цех впервые прошел в промышленном районе. Любое общение с молодежью для меня это очень важно, я к этому отношусь очень серьезно. Даже сегодняшняя короткая встреча для меня определила некоторые направления, на которые надо обращать внимание. Это потому что молодежь непосредственно то, что у нее в душе есть, то, что у нее в уме есть, в голове есть, они прямо без никаких компромиссов, без никаких, осложнений, они просто заявляют, потому что это полная открытость. Молодежь это открытая аудитория. Она всегда честно с вами ведет разговор, поэтому мне очень приятно и интересно. И всегда я подчеркиваю, что с молодежью надо всегда работать.